поговорим с вами о столовом этикете. В частности, я вам расскажу про куверт. Куверт – это сервировка на одного человека. Мы расстилаем скатерть, ставим постановочную тарелку. Это самая большая тарелка, из нее мы не едим. Кстати, заметьте, что мы едим, а не кушаем. Кушаем нужно обратиться к маленькому ребенку, сказать: пойдем кушать, поешь, покушай. А взрослым все-таки есть, давайте поедим. И еще один немаловажный момент. Приятного аппетита мы желаем дома в деловой атмосфере, на деловом завтраке, на деловом мероприятии. Приятного аппетита, говорит клиент, кушай. Итак, подстановочная тарелка у нас идет. Далее мы кладем столовые приборы. Столовые приборы мы раскладываем в зависимости от меню. Справа идет нож, слева вилка. У нас обязательно в куверте присутствует пирожковая или хлебная тарелка. Она располагается слева, на нее мы кладем нож. Специальный нож с закругленным верхом. Им мы будем намазывать сливочное масло, джем. У нас в меню будет суп, мы ставим его в постановочную тарелку. Обязательно у нас должна присутствовать салфетка. Тканевая салфетка, еще и называют полотняной, которой нужно уметь пользоваться.